Она мне подарила потрясающий набор для барбекю. Производство по Беркут. Вот Беркут. Кизляр. Кизлярские ножи. Обалденное качество. Что мне очень нравится. Во-первых, тут есть все для того, чтобы культурно отдохнуть и просто бросить это в машину. Она была всегда с собой, занимает очень мало места. Второе, качество. Натуральная кожа. Сделано все вручную, прошито. Очень крепкое, компактное. Посмотрите, какие шампура. С деревянной ручкой. Очень приятные. Стоечки для того, чтобы мясо на огне жарить. Они раскладываются. И все, ничего не надо больше. Конечно же, то, что важно для настоящего мужчины, это пляжечка. Кто как любит, под коньячок. Или под вискарик, в моем случае. Вот такая. Очень интересная. Тут под крокодиловую кожу. Закручивается, открывается. Так что там с историей, не шампура нужна? Тормозим! Держи. Все, мы сейчас будем пробовать шампура. Иди сюда, Артур. Держи. 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 Все новое. Еще один. Один? Да. Еще один есть. Все, уже пошли пробовать. Дальше. Смотрите. Во-первых, опять же, просто потрясающий нож. Лямка для того, чтобы вешать на ремень. Опять же, кожа, все очень плотное, новое. Просто обалденный нож. Смотрите. Очень острый, очень качественная сталь. И вот с такой гравировкой. Сталь 65X13, если я правильно прочитал. Вот. Если у вас, вы берете на барбекю всякие ребрышки или что-то нужно, ну, покрепче разделать, пожалуйста. Кинжал. Топорик. И опять же, с шикарной гравировкой, с рисунком орел. Очень надежный, крепкий, такой уверенный.